раз, ага, все. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем концерт джаз-рок-ансамбля «Арсенал». Мы начнем первое отделение композиции, которая, в общем, является... Вообще, сегодня мы будем исполнять в основном хиты из самых разных стилей, поскольку... Джаз-рок-ансамбль «Арсенал» относится к такому понятию, как «world music». Это стиль, который был создан вот тем человеком, чью пьесу мы сейчас играем. Его звали Джулиан Кенненбол Эддерли. Именно он придумал, его соратники, которые с ним работали, придумали вот такое явление, как «world music». Это стиль, который... никогда уже не устареет, поскольку он состоит из такой довольно эклектической смеси самых разных видов искусства. И музыки, и даже танцы, и поэзия. В общем, это такой очень современный и очень устойчивый стиль, который, в общем, не, как я сказал, уже не устареет. И вот сейчас... Мы начнем, правда, с пьесы, которую Джулиан Кенненбол Эддерли написал довольно давно. Это было в конце 60-х годов. После этого он, кстати, умер. Он был очень больной человек, у него был диабет. И Кенненбол, это было его прозвище, он был толстый такой, благодаря диабету. Это пушечное ядро, его было прозвище такое. И вот эта пьеса как раз когда-то, она была, когда я только начинал еще изучать джаз и играть, одной из моих любимых пьес. И вот сейчас мы ее исполним. Итак, в памяти Джулиана Кенненбола Эддерли «Inside Straight». Что это такое «Inside Straight»? Это, как ни странно, я долго не знал, что это означает, но это просто расклад карт, самый удачный при игре в покер. Вот. Такое вот какое-то странное, скромное довольно название. Итак, в памяти Джулиана Кенненбола Эддерли «Inside Straight». Thank you.
Сейчас вы услышите композицию, которую не так давно записал оркестр Квинси Джонса. А вот пьеса, которая прозвучит, про нее я бы рассказал отдельно. Это уникальная тоже песня, про которую давно забыли, поскольку ее автор, его звали Джеймс Инграм. Он вообще начал свою деятельность, это был больной человек, очень талантливый и скромный. И никогда не выпячивался, нигде не старался, чтобы даже его фамилию не называли, когда он исполнял эту песню. И он, вот он когда-то работал с оркестром Квинси Джонс. А Квинси Джонс создал свой состав в основном, чтобы аккомпанировать самым разным звездам. И вот когда-то с ним выступал этот самый Джеймс Инграм и напел эту песню. И вот мы постарались восстановить, я нашел где-то записи, и мы восстановили эту композицию так, как ее исполнял именно этот человек. В этой песне такое тоже название непростое, поскольку сам Инграм был человек очень серьезный, и вот он назвал эту песню «Everything must change». Там говорится, что ну, все в
мире меняется. В общем, такая философская тема довольно, кроме одного. Это всегда будет идти дождик, всегда будут петь птицы, всегда будут стареть люди. В общем, вот такая вот весь, ну, вы сами сейчас поймете из текста, насколько это замечательная песня. Итак, в памяти Джеймса Инграма «Everything must change». Everything must change, and nothing stays the same. Everyone will change, and none stays the same. The young become the old. Mysteries do unfold, 'cause till the end of time, nothing and no one goes unchanged. There are no many things in life we can be sure. Except rain comes from the clouds, sunrise up the sky, and hummingbirds do fly. The winter turns to spring, the wounded heart will bring. 'Cause never much too soon. Yeah, everything must change. The old become the old, and mysteries to hope for. Yes, it is. Is it the end of time? And hummingbirds do fly.
Спасибо. Сделайте мне монитор побольше, вот этот, пожалуйста, для саксофона. Сейчас вы услышите тоже довольно редкую песню. Дело в том, что ее записал Джино Ванелли. Есть такой замечательный певец, исполнитель на гитаре, на клавишах, автор песен. Он родом из Канады, из города Монреаля, куда давно переселилась его итальянская семья, еще задолго до его рождения. Это были все очень талантливые люди. И все, включая отца, всех детей, все играли на разных инструментах и пели. И он начал, когда он подрос, это были где-то 50-е, 60-е годы, сразу начал занимать все первые места в Канаде.
Но Канада в то время, да и сейчас, это была такая, в общем, провинциальная по сравнению с Соединенными Штатами Америки страна. И он сразу там занял самые первые места, даже никто близко к нему не подходил. Вот. И ему посоветовали все-таки, чтобы он здесь так не пропадал, переехать в Америку и там начать выступать уже на различных фестивалях. И он это сделал. Он перебрался в Соединенные Штаты Америки, немножко подучил английский язык и сразу же стал занимать первые места, оттеснив бывших всех призеров вообще далеко. Он сразу занял все первые места, что, в общем, сначала вызвало удивление у американской публики, а затем и недовольство у менеджеров, продюсеров этих всех передач. А это были чернокожие люди, которые, кстати, очень напряглись, когда он оттеснил назад его сородичей и какой-то итальяшка, приехавший откуда-то. Они так немножко тоже с презрением относились. И, в общем, ему начали ставить палки в колеса самыми разными способами. Но обычно, чаще всего вообще убивали просто. Но они не отважились, поскольку уж больно он стал популярным. И постепенно, к концу 70-х годов, они сделали так, что он перестал появляться и на всяких фестивалях, и по радио звучать. Ну, он все понял, он не обиделся, и просто взял и уехал в Европу, купил себе там дом, немного отдохнул, потом начал гастролировать, увлекся, кстати говоря, ему было свойственно увлечение восточными культурами, йогой. Вот такая история. И вот мы решили все-таки у сегодняшних слушателей создать впечатление об этом замечательном человеке. Его звали Джино Ванелли. А песня, которая прозвучит сейчас, она называется «Fly into this night». First the high and then the low, getting that romantic vertigo. In the rain, wind and downtown, that's what loving you is all about. On and on and on. Sweet love is time. Love and music, crime is all about.
Спасибо. Мы закончим первое отделение композиции, которая, в общем, написана как раз, создана нами в таком стиле, как world music. Это стиль, который позволяет исполнять музыку самых разных направлений. В общем, такая эклектическая музыка, и она очень популярна сейчас. Ну, она, в ее основе лежит композиция, которую когда-то исполнил квартет Дэйва Брубека «Take Five». Это была первая в истории джаза пьеса, написанная на 5/4. И когда они из Калифорнии приехали, значит, в Нью-Йорк и в Вашингтон, исполнили первый раз перед знатоками, перед критиками, то они понимали, что их ждет. То сразу же появилась статья одного из ведущих джазовых критиков, который назывался «Антиджаз». Он говорил, что вообще на 5/4 джаза не может быть. Это какое-то что-то чудовищное. Вот так, такая была какая-то консервативная ситуация в те далекие 50-е годы. Это был конец 50-х годов, 58-й год. И тогда, кстати, большинство и даже известных джазменов, я уж не говорю про критиков, с ними согласились. Но потом они, в общем, поехали по другим городам, а там публика восприняла уже эту музыку в чистом виде. И поэтому сразу эта пьеса «Take Five» стала хитом. Я уж не говорю про Европу. В Европе просто, это, я помню эти времена, я тогда тоже увлекался джазом, и это был для нас, просто для советских джазменов, просто хит. И тем более на 5/4. Вот сейчас прозвучит наша версия этой композиции, куда мы вставили и разные слова какие-то, которые мы придумали, и там я даже исполнил одну из популярных таких джазовых баллад, тоже по-своему. Итак, памяти Дэйва Брубека и его квартета «Take Five». Won't you stop and take a little ride down to me? Just take five, just take five. Stop a busy day and take a time out to see. I'm alive, I'm alive. Me going out of my way just so I can pay back his day. Now just hang around it, we say it's a bunch of man and on the day. And I know you're under me as I think it's under my feet. Waiting always much to just be sending me on my way. Couldn't it be bad enough to be so polite? You could offer a lie. Start a little conversation now, it's alright. Just take five, just take five. Thank you.
Every time we say goodbye, I wonder why a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why the gods above me, who must be in the know, think so little of me, they allowed you to go. When you near, there's such an air of spring. Can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor. Every time we say
Wanna stop and take a little ride now, don't be Jessica Fye, Jessica Fye. Stop a busy day and take a time out to see I'm alive, I'm alive. Don't be going out of my way, just about to be back today. Not a single word do we say, it's a fun time and all I play. Hell, I know you had a baby, I have to take a sound off my feet. Where did all my smiles do discreet, so get me on my way. Couldn't even bad enough to be so polite. You could offer a lie. Start a little conversation now, it's alright. Just take five, 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 just take five. Спасибо большое. Ну а теперь давайте сделаем небольшой антракт.
Так, дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. Мы начнем второе отделение композиции, которая называется «Корни лотоса». Вкратце расскажу, как она возникла. Есть такой музыкант Джон Маклафлин, который, в общем, увлекся индуизмом и съездил в Индию, где жил учитель Шри Чинмой. И когда он услышал Джона Маклафлина, он присвоил ему имя Махавишну. Так возник Махавишну оркестра. И вот уже с Махавишну оркестра Джон Маклафлин исполнил пьесу, которую вы сейчас услышите. «Корни лотоса». Это типичный подход к такой древней восточной музыке. «Корни лотоса».
Спасибо, спасибо. Сейчас мы перейдем уже к русской классической музыке, но мы исполним две композиции, которые характеризуют русскую дореволюционную классическую музыку тем, что они, в общем, где-то в них есть восточные элементы, мелодические, гармонические. И это, в общем, очень просто объясняется, что в древности многие русские князья женились на известных восточных красавицах, и наоборот. Так возникло, и, кстати, и в литературе целый ряд писателей, у которых даже в фамилиях отражены эти восточные элементы. Но вот в творчестве этих двух композиторов, Александра Бородина и Бородина и Рахманинова, вообще это настолько явно проступают эти восточные элементы. Ну, я объясню. Дело в том, что Бородин родился, он был незаконным сыном грузинского князя придворного. И в то время не разрешалось крепостным вступать в какие-то интимные отношения, а у него была связь с очень красивой крепостной женщиной, от которой родился этот самый Сашенька. Его, чтобы скрыть это, отдали на воспитание таким же крепостным Бородиным. Таким образом, а потом, когда отменилось крепостное право, этот Бородин, очень талантливый был человек, он уехал за границу и, в общем, вернулся уже в чине академика по химии. И прославился прежде всего как химик известный. Ну, то же самое и с Рахманиновым. Вы знаете, что фамилия Рахман уже о многом говорит. Но он, когда произошла революция, он как-то разочаровался, потому что его фамильное имение разорили крестьяне. В общем, он эмигрировал, поселился в Соединенных Штатах. И там долгое время вообще не выступал. И затем как-то все-таки он вдруг услышал, как фрагменты из его второго фортепианного концерта звучат в исполнении различных популярных певцов. Например, он услышал, как Фрэнк Синатра исполняет его там мелодию, которая называлась «Full Moon and Empty Arms». Он очень поразился, но как-то, в общем, это на него подействовало. И вот сейчас мы исполним подряд просто эти две композиции. Сначала прозвучит «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Бородина, а затем еще одна пьеса, которую исполняли уже такие люди, как Фрэнк Синатра или Эрик Кармен. Она называется «All by myself». Итак, «Половецкие пляски» и памяти Александра Бородина, Александра Рахманина. Thank you.
сейчас в памяти Сергея Рахманинова. Full moon and empty heart. The moon is there for us to share, but where are you? A night like that could have a memory, and every kiss could start a dream for two. Full moon and empty horns. Tonight I kiss this magic moon to wish upon the next full moon. If my one wish comes true, my magic heart make me feel with you. Gone, I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Living alone and thinking all the friends I've known, but then I dial the telephone. Nobody's home. Oh.
when I was young and never needed anyone, and making laugh was just for fun. Those days are gone. Спасибо, спасибо, ребят. Мы закончим сегодняшний концерт замечательной композицией человека, которого звали Джо Завинов. И пьеса эта называется «Мерси, мерси». Он обращается к высшим силам и просит прощения и помощи просто, чтобы выручить в данном случае нас с вами в тяжелейших ситуациях, в которых мы иногда оказываемся. Итак, в памяти Джо Завинола, «Мерси, мерси». My baby, oh, she may not like one of those bunnies that they play but black, but she got something much better than gold. I'm a crazy body girl, cause she's got so much soul. And I say it's a kind of laughing, kissing and hugging. Surely I'm a fellow, baby, I'm a fellow with a note. When she knocked me harmony, God bless you, me. When she knocked me harmony, oh, there's no girl in a whole world that will love me like you do. Mm-hmm.
Теперь пришла пора все-таки представить вам участников сегодняшнего концерта. Сегодня для вас на бас-гитаре и синтезаторах играл Евгений Шариков. На ударных инструментах Эдуард Петрухин. На фортепиано и клавишных Юрий Погиба. Наш вокалист и гитарист Марк Юсим. И вокалист и саксофонист Алексей Козлов.
the storm, riders on the storm, riders on the storm, riders on the storm, until the house we burn, into the wild we're from, like a dog without a bone and acting all alone. Riders on the storm. Oh, there's a killer on a roll. There's a killer on a roll. His name is screaming like a toad. Take out on holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer. Girl, you gotta love your man. 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 Take him by the hand. Make him understand. The world and you depend. Oh, a life will never rhyme. Girl, you gotta love your man. Riders on the storm, 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 riders on the storm. Мы прощаемся с вами.